3 новый трейлер последнего ФНАФа. Ты ещ предыдущий смотрел давно. Чекай. Игра еще очень скоро выйдет, 16 декабря. Буквально на несколько минут видос. Ну ладно, еще. Ебать, 4 ляма просмотра, ничего себе. 268 тысяч лайков. Кстати, с YouTube скоро должны дизлайки убрать, я как слышал, да? Прикольно. Отличный повод, чтобы вернуться на YouTube. Записывать видосы. Теперь люди будут видеть только лайки. Можно спокойно возвращаться, не бояться, что, блядь, засрут. А, уже убрали как-то? Вот. Вот же, вот. Авторы только видят. Я понимаю, да, но главное, чтобы зрители не видели. Это же психология. Бывает же такое, что ты включаешь видос, и в первую очередь ты смотришь на количество дизлайков. Такой типа, ага, много дизлайков, видео хуйня. И, скорее всего, вырубаешь его. Или уже как-то скептически к нему относишься, предвзято. А здесь смотришь, а, блядь. Предположим, 500 лайков видишь, а дизлайков нет. А бывает такое, что там 500 лайков и 50 тысяч дизлайков. Я такое видел. А теперь хуй там плавал. Теперь если какой-нибудь пропагандон, там, я не знаю, выпустит видос, где будет говорить, что Путин классный, а это не так, естественно, мы увидим 500 лайков, и все. А и причем еще можно будет накручивать кучу лайков. И мы будем видеть 5000 лайков. А те 50 тысяч дизлайков мы не увидим. И все будут думать, что, блядь, Путин реально, что ли, классный? Какого черта вообще? Кенни, спасибо тебе большое за полгода переподписки. Вот это, конечно, не круто, я считаю. YouTube это, конечно, ловко придумал. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is now closed, initiating nighttime protocols. То есть это прям игра уже с видом от первого лица, надо будет бегать, ходить, да? No, wait, I'm still here. Чё? А это что такое? О! Блять, что можно быть? Можно будет управлять мишкой Фредди? Какая-то странная игра. Ёб твою! Чё, блядь? Блядь, динозавр из Марио. Ох, ёб твою. То есть ты залазишь в костюм аниматроника, и другие аниматроники тебя не трогают, потому что думаешь, что ты аниматроник. Как-то странно это выглядит. О, мишка Фредди, ля какой. Блять, вот тут какой-то, я не знаю. Какой-то... Фрэш. Ну, типа, как будто бы он тут, знаете, спортом занимается. Видно сразу. То есть там он был такой пузатый, прям реально мишка. А здесь он какой-то подтянутый, худой такой прям... Даже не знаю. Это мишка Фрэш. Еще плотную киданул. Фредди Меркьюри какой-то, блять. Voucher for one free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night. Хуй знает. We'll see you again soon. Пока ничего не понятно вообще. Вроде прикольно, а по факту, что будет, мы узнаем только тогда, когда выйдет. Ну, бля, выглядит... А, подожди, это еще эксклюзив для плойки только, и все? Хесус, ты...